Maria Pugna, ci ho fatto un video. Для этого поцелуя недостаточно. Ну, не было. Старайтесь. Кормящая мать. Ну, что, Песо? Самый сложный период – это сойтись. Это найти друг друга, это уже, точно. А уже жить – это уже ерунда, тут мозгов хватит. У нас 10-й год был самый сложный. До этого было легко. Вот первое десятилетие было, в смысле, и вот именно 10-й. И последующие 14 были, в общем, достаточно нормальными. Нормальные меня не устраивают. Хорошие. Если это были лучшие в твоей жизни. Лучшие. Ну, конечно, мне дали возможность пройти. Вот, пара. Вот, кстати, пара года. Я говорил о том, что очень важно найти свою пару. И, а это же происходит сиюминутно, это вот взгляд. На самом деле, вот то, что произошло между нами, это было сиюминутно. Какое-то притяжение, понимаете? Какие-то мурашки вот по телу, да? Вот они... Какое-то, знаете, это лед и пламя. Здесь много очень красивых пар, очень достойных пар. И каждая, конечно, может... имеет право называться парой года. Мы к ним не относимся, Игорь, как ты понимаешь. Это однозначно. Премию «Пара года» в номинации «Верность» получают Екатерина и Александр Стриженовы. Мы не пара уже давно, мы квартет. Сегодня трио. Иди к нам. Вот воплощение чувств, пусть сами постоянно скажешь что-нибудь. Что именно мои родители выиграли в этой номинации. Они очень любят друг друга, они замечательная пара. Я очень благодарна папе за то, что он выбрал маму. А мама... Вот молодец, давайте поаплодируем ей. Вы поняли, что это за чудо девочки? Потрясающая пара. Сердце, сдержи свой стук. На этой премии мы с Николаем получили как пара года ту же номинацию. И в этом году снова ее получаем. Но, Оксана, так надеюсь, я... твоя стрела Купидона долетит к нему за океан. Я уверен, что он сейчас занят тем, чтобы обеспечить вашу красивую долгую жизнь. Я уверен, что он серьезно трудится. Да, он еще не заработал. Нет, и это видно по всему. Но, к счастью, ты прекрасно зарабатываешь сама, Оксана. Ты потрясающе выглядишь. А я всегда болею за Преснякова, а так как я часть его пары, значит, болею за нас. А скажите, главные достоинства вашего мужа? А он самый смешной. Бурные овации, друзья мои! Побежали в номинации «Нежность». Виктор и Татьяна Дробыш. Нам очень приятно сказать вам, что номинация, которая вручается вам, именно звучит как номинация «Нежность», потому что... Ну не надо, ну подождите. Ну хотя нет, это красиво. Давайте, целуйтесь еще раз. Ну, горько же, ну... Ну, хорошо. Ну, а мы продолжаем, дорогие друзья. У нас еще осталось небольшое количество пар, о которых мы сейчас с удовольствием будем вам рассказывать. Дорогие друзья, давайте поаплодируем этой паре, которая победила в номинации «Успех». Послушайте, все мужчины ледникового периода были влюблены в Татьмянину. Я вам говорю, все. И только Якутин завоевал ее сердце. Но я вам скажу, что, с другой стороны, мы все понимали, у нас нет шансов. Ребята, мы рады вручить вам награду «Глянец». Я очень рад, я знаю давно Юлю, знаю ее как очень талантливую певицу и очень целеустремленного человека. Конечно, очень красивую женщину. И в этом году я в Юрмале открыл для себя Алексея, человека с очень легкого, с отличным чувством юмора. Игорь, вы потрясающе. Вы сегодня разорвали всю публику. Спасибо. Просто я впервые узнал о существовании этих сигарет. Девушки, которые ходили по сцене, навсегда забудут модельный бизнес. Алексей не случайно взял в руки микрофон. Дело в том, что он, кроме того, что он очень остроумный парень, он еще и блестяще поет. И, Юлька, я хочу, чтобы ты наконец узнала об этом. Я сделал вид, что я пою живьем, друзья. Нет! Ласковая, нежная! Леша, я
вообще твои танцы, ты не знаешь ни одной песни. Не одной!